Спасибо. Да, за рождение. Спасибо. Ну как? Нравилось? Я хочу эти подарки. Кроме куклы и красивого феечки. Это все я только желаю. Да, ты что, я рада, Тимоночка. Сейчас посмотрим. Может, это костюм феечки? Жоп в платьях, это кисанка, это может феечка. Ну что, ну подарок. Там даже колпачок есть. А подарок есть? Да, ты маленький, малыш. Держите цветочки. Держи. Спасибо. Идем распаковывать кукол. Опа. Меня снимает папа. Ну давай, открывай. Кстати, я смотрела видео, тоже эти снимаю. И там футболочка не такая, она такая же, как юбочка. Юбочка не такая, как видео. Это другая просто куколка. Это не в той стране, это просто в России я видела. Не такую куколку. Открывай. Залезай у нас. Ой, подвиньте, пожалуйста. Ой. Сейчас я посмотрю. Ему можно подвижно. Он может ходить на ржу. Ему можно спать. Ему можно кушать. Он может плакать. Он может пить. 8 фунтов. Кто это у нас? Это у нас кукла. Бэби Бёрн. No. Это по-английски кукла. Это называется кукла, как настоящий маленький ребеночек. Открывай. Давай, вот достаем. Вот тут вот скотч. Скотч? А ну-ка потянем вот так за ручку ее. Ой. А, тут он на шее. Так, бери вот тут, бери с другой стороны и будем тянуть ее. Тут и давай, тяни. Опа. Не надо вырезать. Ну что, будем дальше распаковывать или будем заканчивать? Не, дальше. Ай, бутылочка. Классная бутылочка. Это третья. Ой. Ой, боже мой, а где это? Вот эта вот штучка, из которой пить. Найдем, давай ты пока, давай все будем по порядку снимать, да? А, я поняла. Ну, мама, то, о, я поняла. Сейчас, дочка, все сделаем. Ой, давай по порядку будем все разбирать. Давай сейчас куколку достанем, да? Ой, боже мой, как тут распаковывать? Давай, Сашка. Так, это у нас тарелочка. Серафим, это тарелочка? А ну, расскажи. Да, тарелочка. А вот это, вот, чтобы ложечку не потерять. Классно. Да, я поняла, это я уже поняла. Слушай, закрой пока. Тут есть, смотрите, в комплект есть кукла, и есть вообще, есть туфли, я вам еще не говорила, памперс. Это мое же. Давай, кукла. Побыстрее открываем. Кукла у нас не дождется, да? Потому что я очень люблю таких кукол. Вот это тебе занятие. У меня только вторую. Я понимаю, мамочка. Только ну. Ноги еще запечатаны, вот. Отрежьте. Уже не надо ждать до куклы. Уже кукла. Ну да, уже день рождения твоя наступила. Сегодня же еще у тебя день рождения. Ты знаешь, что сегодня большой праздник.
Какой? Божественный Спас, 19 августа. Все, сегодня яблоки в церкви нужно светить. Спас, готовы? Как-то воняет внутри. Да нет, не воняет. А мне воняет. Да, оно же новое. Новое. Но пластик очень... Смотрите, какие маленькие туфельки. Подошва очень красивенькая. Можно, если вы захотите, можно малыша разбудить и фонтанчик ножки помыть, если он захочет. И ему даешь пить, ему даешь пить, на правую ручку нажимаешь, и он плачет. Да ты что? Да. Мы сейчас все проверим. Маленький малыш. Он такой хорошенький. Крылышки феечки, которые ты хотела. Я думала, они влазили на меня, чтобы я бегала в таких. Нет, у тебя же свои будут, ты же знаешь. Ну, я же хотела с палочкой. Будет с палочкой. Ручалочка. Она очень красивая. Смотрите, блесточки, смотрите, очень красивые. Очень красивые крылышки, очень нежные. И их, цвет очень красивый, их, да? Не, никакой ребенок не хочет сломать. Да, хихихикилки. Так, Серафимушка, ну что? Ха-ха-ха. Значит, памперсы у нас здесь еще. Мне туфельки больше всего в наборе нравятся. Ты же любишь обувь, да? Очень. Я люблю такие. Ну, мне больше понравилась чем эта обувь. Вот эта вот с бабочками, только розовые вот эти вот. Очень красивая. Блестка тоже очень красивая. Пластиночки. Ну, как это вообще одеваться? Маленькие, что ли, они? Я не люблю. Даже вот большие. Вот. Как одеваться? Шочек. Сейчас будем есть. По какому поводу? Мы заказали кафе. И так что мы будем отмечать? День рождения! И у тебя сколько было сегодня подарков? И какой еще мы тебе подарочек приготовили? Какая медаль. Эй, а что там написано? Лучшей имениннице.